Здравствуйте! Прогноз на четверг. Сегодня погоду на Южном Урале будет определять обширный антициклон. Он предотвратит проникновение в регион холодных воздушных масс и снизит до минимума вероятность дождей. Погода стабилизируется, а воздух прогреется еще сильнее. В Челябинской области небольшая облачность без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. В Верхнем Уфалее 27 градусов тепла. Такая же температура и в Южноуральске. В Сатке, Златоусте и Троицке плюс 28. На 1 градус больше в Карталах, там плюс 29. Самая жаркая погода в Магнитогорске – 30 градусов. В Челябинске сегодня небольшая облачность без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в дневные часы 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы. Данные от центра ФОБОС. Хорошего вам дня! Одежда ведущих перспектив. Кирова 104. Молодежная мода.